Итак, доброго здоровья всех, рад приветствовать на канале Game Lair. Меня зовут мистер Фриман 315. Пятая часть похождений по DLC приключения Джока второй мафии. Очередное задание. Краденое добро. Джо, какая-то сволочь угнала наш бронированный грузовик вместе со всем грузом оружия. Наверняка это кто-то из своих. Только этого мне не хватало. Верни мне добро и сейчас же. А сколько голов ты размажешь по стенке, мне плевать. Ну, понятно. Ой, что опять на дело? Как пошли на дело, выпить захотелось. Кстати, машинка вот эта неплохая. Я так понимаю, она здесь в игре в двух вариантах. Как кабриолет и как просто. Понял. Вот машину угоняй, преследую. Да боже ж ты мой, что ж ты так кричишь-то, а? Опа. Так, сюда. Блин, такая шустренькая. Мне очень нравится. Так. Сейчас нам надо будет пострелушки небольшие устроить. Ну, чуть-чуть совсем. Описание. Рост футов 6. Среднее положение. Да что у вас? Господи! Так, а этих ребят не так просто будет взять. О, обошел, ох ты хитрец. Так, ну они все с пистолетами. Будьте крайне осторожны, разрешаю открывать огонь. Блин, опять придется 500 рублей тратить. Ну что ж за фигня за такая? С этими полицейскими, блин. Спокойно, ребят. Блин, у меня уже и патронов-то нету. Практически. Неплохой секьюрити такой. Ах ты, блин. Думал, эти доски сами сломаются, а нет. Не тут-то было, да? Ох, ничего себе, пробка выстроилась. Прям как в жизни. Так, а куда ехать? А ехать-то недалеко, в принципе. Рукой подать. Ох, ребята! Вот чего не ожидал, того не ожидал. Такая очередь сразу. Там патрончиков можно запастись неплохо. Ну да ладно. Поздно, ребятки, пить боржоми. Поздно. Когда почки отвалились, все. Так, а что у нас дальше? Вот она, миссия. Машина Чарли. Окей. Так, прибыли. Джо, я тебе просто по гроб жизни благодарен. Мы с друзьями, мы все твои должники. Но осталась еще одна проблема. Мои друзья позаимствовали для своего дела машину у Чарли. Ее надо вернуть, но не так, чтобы привести к нему на хвосте копов. Поможешь мне еще раз? Я хорошо тебе заплачу. Так, ладно. А где эта машинка? Так вот, конечно, есть одно но. Я-то в розыске. И, наверное, надо как-то позвонить. Звонок другу сделать. Чтобы менты от меня отстали. Потому что если мне нельзя с собой приводить хвост, то здесь уже, конечно, миссия становится раза в 3-4 сложнее. Понял. Тихо-тихо-тихо. Оба.
Так, где эта тачка? А, вот. Ух ты, какая машинка, а. Так, ребята, мой вам совет. Лучше вы сюда не идите за мной. Блин, такую машину даже бить жалко. А мы сейчас объедем. А, хотя толку, все равно менты. О, братки. Не, ну понятно, да, когда не ожидаешь, тогда... Так. За малым я не улетел в воду, конечно. Господи! Так, а вы откуда взялись? Офигеть, конечно, блин. Да, чуть они меня не столкнули. Ну, главное, что не столкнули. Все, машину уже беречь нет смысла, поехали. Так, а, сначала от гангстеров надо избавиться. Да что ж ты будешь делать? Не увидел я сначала цель миссии. Так. Flying bullets hit the targets, да? Иди сюда, родной, иди. Так, избавьтесь от гангстеров. Избавился я от... А, вон он еще один. Ну, куда убежал, блин? Так, идите сюда, ребята, идите. Че, еще кто-то есть? А, ну все, ясно. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Так. Разрешай, разрешай. Открывать огонь. Так, а куда нам... А, ну тут недалеко. Так, аккуратненько. Всем постам! Отбой тревоги! Правильно, зачем? Я себя чувствую сейчас, как будто вот играю, реально, ребят, в какой-то там, не знаю, может быть, NFS, Porsche Unlimited, Unleashed, вернее. Porsche Unleashed, то есть 5 NFS 2000 года. Такая скоростная машинка, вообще офигенная. И вот как-то графика все равно располагает вот именно к NFS Porsche. Не знаю почему, у меня вот так. И физика, да, и физика самое главное. Обалденная физика. Блин, с такой физикой гоночный симулятор был бы просто изумительный. Добро пожаловать. Так, ну давай мне полностью. Чего тебе сделать? Так, ну во-первых. Новые номера для тебя не вопрос. Сменить номера. Мы ее малость подкрутили. Так, нужно починить форсированный двигатель. Спасибо. Так, все, бить нельзя. Теперь быстренько едем. Так, отгоняем машину, только очень-очень-очень аккуратно. Я понимаю, машинка, блин.
Так, мне еще прямо. Да, конечно, провести ее через весь город, конечно, ни разу не ударив, это будет нелегко, но тем не менее. Это надо сделать. Как бы там ни было. Так, не дай бог меня кто-нибудь подрежет, сразу убью. Не задумываясь. Э, друг, ну чё ты? Ладно. Стоять. Блин. Чуть-чуть проехал, наверное, да, я поворот или нет? А, не, мне прямо. Подождите. Нет, все-таки нет, ребят, надо съехать. Так, мне кажется, будет покороче, да. Опять это China Town, китайский квартал. Блин, сколько тут еще ехать? Так, еще этого тут не хватало. Не, ну они, в принципе, номера мои пока не пасут, поэтому нормально. В лицо меня трудно узнать из машины. Поэтому здесь, конечно... Опа! Все должно быть нормально. Так, ну вот я и прибыл. Чик-чик, я в домике. Так, что у нас там на повестке дня? Ага, вот оно. Бомба под сиденьем. Ладно, поехали. Бомба под сиденьем. Джо, ко мне сегодня пришел клиент и предложил очень хорошие деньги за свою машину. Я обычно с машинами дела не имею, но ему были очень нужны деньги, и сделка была выгодная. Не отгонишь машину к Чарли на продажу? Ты в автомобилях понимаешь куда больше моего. Ты точно сторгуешься за хорошую цену. Я дам тебе долю от продажи. Но знаешь, Джо, будь осторожен. Что-то в этом клиенте было подозрительное. Уж очень он хотел расстаться с машиной. Так, ладно. О! Сесть в машину Джузеппе. Ладно. Так, опять она. Да что ж такое? Ну, в принципе, неплохо. Мне она нравится. Очень даже. Так, отгоните к Чарли. Ну, ладно. Если ваша скорость упадет ниже 35 миль, чем на 3 секунды, машина взорвется. Вон оно что. Вопросов нет. Тихо. Так, это уже поинтереснее, да, такой челлендж. Да закрой рот, у меня бомба в машине, ослеп, козел, блин. Так, ну должно все быть нормально. Если никуда не врежет, то все будет хорошо. Главное не лезться. Одно столкновение и все, крышка. Блин, где-то уже такая миссия была, вот не помню где, по-моему, или в драйвере, или в третьей GTA. И вот больше я такой миссии нигде не видел. Ну, конечно, концепция неплохая. Оба. Тихо. Так, главное, они ниже 35. Так, это по километрам сколько? Так, 30 и 15, 45, 5 и 2,5, ну, короче, где-то 50 километров.
где-то 50 километров. Тихо, тихо. Успел, отлично. Просто отлично. Так, ну что, вот мы доехали до очередной миссии. Называется «Меня не остановить». Джо, у меня тут небольшая проблема. Я недавно делал одному клиенту кузовной по спецзаказу. И подправил тормоза так, чтобы они отказали через несколько дней. А мои ребята все перепутали и отдали машину не тому. И кое-что... А, и кое-кто не обрадуется, если в нужный момент машинка окажется не та. Верни мне ее побыстрее. Если тебе повезет, тормоза продержатся. Но, по-моему, ты ими и так не пользуешься. Так, ну ладно, теперь поездим без тормозов, я так понимаю. А, не впервой. Далеко не впервой. Отсутствие двери с моей стороны это подтверждает. Вот, на машинке. Так, ладно, где там... Так, вот она уже здесь недалеко. Опа. Ну, бывает, бывает, что ж поделать. Ух ты, нифига себе, какая машина, а. Первый раз такую в мафии вижу. Да. Тормоза не работают, будьте осторожны. А, ну да, вопросов нет. Окей. Так, ну я так думаю, что я ее могу, в принципе, немножечко помять. Я ж думаю, ничего страшного. Так, ладно. Сейчас проверим, как мне получится, не получится. Опа. Так, в накаточку идем, но пока нормально вроде. Слушайте, реально тормоза не работают. Как-то аж страхово, блин. Тихо, тихо, тихо! Да, непривычно, конечно, без тормозов. Если вот так в реальной жизни, блин, летишь, летишь, и по тормозам они не реагируют. Реально, блин, как-то... Честно говоря, немножечко даже очково, блин. Так, а вот здесь вот... Опа! Заходим, заходим в поворот, заходим. Да куда ж ты, блин? Так, машинка уже даже так прилично убитая. А, у нее, в принципе, капота и так не было. Изначально, по-моему, да. Опа. Не, ну, в принципе, нормально. Она не такая скоростная, поэтому без тормозов можно прожить. На такой машине. Главное траекторию соблюдать для входа в поворот нормальную, и все. Тихо. Очко занесло. Не смог уйти от столкновения. Так, куда нам? Так, потихоньку, потихоньку. А, ну тут по прямой можно нормально. Так, спокойно. Ой, спасибо. Ты мне помог войти в поворот, а? Если б не ты, я бы не затормозил. Вот видите, насколько бывают полезные машины, которые идущие впереди, которые идут впереди. Вот, если б не менты, я бы сейчас улетел не знаю куда. Ух ты, блин. Так, а тут, к сожалению... О, блин. Немножечко убил я машинку. Возвращайтесь в машину. А как возвращаться? Мне починить надо, ребята. А, ребята, функции починки нету. Все, приехал я. Однако. Походу, я реально... А, нет, она еще работает. Так, что-то только... Только что-то она вперед. А, не, едет, едет. А я уж думал, сломалась. Да, глючная какая-то машина, надо быстренько доставить уже, да и забыть про нее.
Так, потихонечку едем. Сейчас опять поворачивать нам. Так, ну в этот поворот я должен нормально войти. Опа. Опа. Так, а вот здесь вот надо аккуратно. Есть, отлично. Все, не хочу я больше на такой машине ездить, честно говоря. Так, а вот, видимо, главная, одна из основных главных миссий. Я вижу супермаркет какой-то, да? Ну давайте съездим, проверим, что там. На месте. Супермаркет. Эдди откуда-то узнал, что в одном из этих, как там его, а, супермаркетов, ну, знаете, такой большой продуктовый, куда девки ходят, как в кино. Видно, девки там денег оставляют целую кучу, потому что Эдди сказал, там будет очень крупная выемка наличности. Он первый раз в году узнает про такую большую. Короче, мы с Тони идем туда и забираем бабки. Расплюнуть парочка теток и толпа детишек. Что сложного-то? Ну что, сейчас посмотрим. А, охрана. Вот, а полиция потом. Я, осторожно! Так, сразу перешли к делу, да? А, ну вот я, в принципе, о чем и говорил. Насчет охраны, пожалуйста. Они думали, что все будет так просто. Так. Еще одному. Тихо, 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 ребята, тихо, не так быстро. Убить меня хотели, а? Так, кстати, ребят, чё у вас? Ух ты, Томпсон. Неплохо. Да зараза, блин. Спрятался, а? Слушайте, ребят, по-моему, пули сквозь него проходят, а? Это как вообще? Фантом долбаный. Так, сейф, да? Ну что, поганец? Где ключ от сейфа? Говори, пока еще можешь. Эй, вы в супермаркете, полиция и Файербэй. Приходите с поднятыми руками. Какая прелесть. Что, займи? Так, удерживаем, да, точку. Это уже какой-то Tower Defense получается, блин. Я так везде. Просто отдай нам ключ. Я вижу, что пытаюсь глушить. Ух ты, блин. Помирает эти дети. Зараза, эти, блин, ребятки прибывают. Так, ну один хоть покажись. Да зачем? Я думаю, где он? Ладно, хватит. Офигеть, они в брониках. Чё, дымовые шашки пустили? Вот зараза. Все, забрал, все, пошли. Если ты не взял противогаз, надо сваливать. Понятное дело. Так, классно. Ребята, это
Это первая миссия за 3 DLC, где есть чекпоинт в середине миссии. Офигеть просто можно. Давай, урод, рожай! Зацепил, мир красавец. Да, прикольная миссия в супермаркете. Ты гляди, какой шустрый. Так, где там Томпсон? Так, я, по-моему, рановато высунулся. Да, реально поспешил. Так, где ты там меня стреляешь? А, вот. Так, а нам на машину, которая там на витрине, а? Чё, быстрее! Так, ну побежали. Прикольно, она уже с бензином, да? Все. Все хорошо. Ну ладно, бог с ним. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Офигеть. Этим придуркам только сейчас разрешили открывать огонь. А чё ж они до этого делали? Мне просто интересно. То есть до этого они стреляли незаконно, блин. Ой, да, ляпов много, ну ладно. Это ж игра всё-таки. Машинка неплохая. Опа. Да куда ты? Давай, 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 стреляй, не расслабляйся, давай. Чё, всё что ли? Стой ты, блин, мать твою. Ты, у неё тормоза тоже не работают, короче. Мне, наверное, колесо, ребят, продырявили, потому что машина вообще практически неуправляемая. Опа. Чекпоинт, 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 чекпоинт. Скажи, отлично. Потом зайти ко мне. Не то, что это мнеженка или что, просто не хочу костюм портить. Не прокатило, да? Эй, глянь, какие люди. О, черт! Черт! Мать вашу! Сколько раз тебе говорить? Сколько раз? Покупай хорошие пассатижи, а не это... дерьмо! Кто это? Это Джо. Я тебе про него говорил. Как дела, Джо? Мои ребята, Эдди и Бальзан, сказали, ты неплохо на нас поработал. У меня сейчас есть для тебя еще работа. Справишься? Я поговорю про тебя с этим глистом Гурина. Хороший вариант. Да, еще бы. Ладно, теперь оставь нас. Нас с этим ублюдком ждет работа. Хорошо, до встречи. Давай, пошли. Копать будешь ты. Честно говоря, сейчас не совсем понял, что означал этот ролик. Может быть, я что-то упустил с оригинального сюжета, не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях под этим видео. Будет интересно почитать. Так, освежить в памяти оригинальный сюжет. Если это, конечно, имеет отношение к оригинальному сюжету.